Новосибирский экипаж готов к автопробегу G-Drive. Стартовая точка – АЗС «Газпромнефть». До Москвы почти 3500 километров. Необходимо максимально залить бензобак. Цель путешествия в столицу – протестировать и оценить преимущества топлива нового поколения. Много кто об этом топливе слышал, в городе им заправляются, но вот именно в рамках всероссийских, да, никто топливо это не тестировал длительно еще. Вот, поэтому мы, соответственно, решили прокатиться из Новосибирска в Москву и проверить на деле, что же такое топливо G-Drive. Для экипажа новосибирских автолюбителей и журналистов это первый автопробег в жизни. В машине самое необходимое – то, что может пригодиться в пути. Тестовый автомобиль предоставил официальный дилер Audi. Для него автопробег – тоже хорошее испытание дорогой и топливом. Для автопробега не случайно выбрали купе с мотором 3 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Для турбированного двигателя G-Drive – лучший вариант. По меньшей мере, даже для трансляции клиентам, у нас будет возможность рекомендовать вид топлива, на котором лучше эксплуатировать эти сложные, высокотехнологичные премиальные автомобили. Участники автопробега будут вести электронный дневник с отчетами о путешествии. Задача экипажа – проверить, возможен ли сегодня комфорт в пути, особенно если ехать на хорошем авто и качественном топливе. По мере необходимости участники будут заправляться только на АЗС «Газпромнефть» и только топливом G-Drive. Такие экипажи стартуют из 8 городов России. Кроме Новосибирска, это Кемерово, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Ярославль и Санкт-Петербург. Отовсюду, где присутствует сеть АЗС «Газпромнефть». Данный вид топлива на рынке Новосибирска мы представили в октябре прошлого года. Оно достаточно себя хорошо уже зарекомендовало, имеет положительные отзывы от экспертов. И думаю, что по окончании этого пробега оно приобретет только новых поклонников и расширит ряды лояльных клиентов. Все участники автопробега G-Drive встретятся на подъезде к Москве и проследуют колонной на торжественное открытие автоспортивной АЗС «Газпромнефть». На будущей неделе новосибирцы уже вернутся домой, проехав более 6500 километров.